муж сестры, полтора года назад в шахте упала на него 100-килограммовая плита. Перелом бедра ближе к шейке, это правого бедра, и перелом двух костей голени левого. Когда его привезли, и хирурги стали собирать, они сказали, ну, жене сказали, очень высока вероятность, что ты будешь дальше по жизни колясочником. Потому что очень сложный перелом, осколки, там все, короче, собирали. Мы ему сразу дали Coral Detox, на фоне Coral Detox серу, кальций, мэджик. Вот это главные продукты. А потом чуть попозже беловой. Результат. Через 3 месяца он ушел с костылей, ходил с палочкой. И когда пришел у травматолога, глаза, ну, как? Ты что? Ни в коем случае нельзя ходить там. Все это. Через 5 месяцев он и бросил эту палочку. Через 8 или 9 месяцев ему сняли все металлические эти крепления. На сегодняшний момент прошло 1.5 года. Он ходит собственными ногами, не хромает, ничего, ходит на рыбалку, все. Мужику 54 года. То есть 52 года это случилось. Кто бы сказал, чтобы это было возможно? Все доктора говорят, это нереально. У него все реально. Поэтому не надо ломать голову на составление каких-то дополнительных программ. Вот она, программа есть. Coral Detox, сера МСМ. Сера не меньше 4 капсул вечером, кальций меньше, не меньше 4 капсул вечером. Вот эта композиция способствует быстрейшей консолидации костной мозоли. А потом уже можно добавить к этому белорон. Белорон способствует хорошему образованию хрящевой ткани. И еще вода, обогащенная каравмайном, она стимулирует активность гормона кальцитонин. А кальцитонин, в свою очередь, стимулирует активность остеокластов. Вернее, остеобластов. Остеокласты разрушают костную ткань, остеобласты строят ее. Поэтому, когда употребляет эту воду, то лучше костная ткань усваивает кальций, все прочее, идет очень активное строительство костной ткани. Вот это самая главная фишка. Это результат наших научных исследований, научно-экспериментальных исследований. На это есть патент, так что тут можно не сомневаться. 4 года назад у меня заболел сустав, и я не смог ходить без палочки. То есть боль была очень сильной. Я обратился к врачам, которые дали мне заключение. Остеоартроз левостороннего тазобедренного сустава. А в перспективе операция. А так как других средств не было, я начал готовиться к операции. 3 года назад я познакомился с коралловым клубом. И увидел там один продукт, белурон, который мог решить мои проблемы. И хотя я в это не очень верил, одеваться мне было некуда, я начал пить этот продукт. Вот он перед вами, очень простое применение. 2 пол-литровые бутылочки, мерный стаканчик, в течение месяца весь процесс потребления. Через 3 недели у меня перестало болеть колено. Но настоящий результат я почувствовал через 3.5 месяца. У меня резко уменьшилась боль. Я отложил палочку. И в настоящее время я свободно хожу, боль полностью отсутствует. Я могу бегать, катаюсь на велосипеде, танцую. Многие, приходя с определенными проблемами, иногда вспоминают, ой, вот когда я иду на тренировку, у меня начинает хрустеть, или по утрам, я слышу хруст в суставах, в коленных, тазобедренных, в мелких суставах кисти, и мало кто задумывается о том, что это уже вторая стадия развивающегося деформирующего остеоартроза. Тогда, когда обращаются к ортопедам-травматологам, это, как правило, уже 3-4 стадия, когда мы можем действительно произвести знаменитую фразу «костный бей поржог». На сегодня есть огромное количество существующих в мире хондропротекторов, которые в той или иной степени улучшают состояние нашей хрящевой ткани. Белурон, который представляет собой хондроитин, гиалуроновый комплекс, она совершенно уникальна. Если мы применяем гиалуроновую кислоту в качестве инъекции, это, как правило, моноинъекции, как правило, в крупные суставы, то здесь возможность, принимая его через рот, во-первых, он не разлагается при приеме, он остается стабильным, и он может оказывать на все мелкие суставы кисти. Ведь мы
для того, чтобы взять вилку, ложку, расчесаться, мы должны работать мелкими суставами кисти. Вот, а сегодня я хочу поделиться, во-первых, результатом моей мамы. Она одна из первых счастливец, которая пробовала этот продукт. Вот, и за полвека уже она и так чудесно выглядит, и цель, собственно, была поддерживать вот эту красоту, вот это состояние кожи. И результат был просто потрясающий, когда, вы знаете, ну вот, кожа становится как налитое яблочко после курса биолурона, вот этот увеличенный тургор, вот первый результат был, и плюс у нее еще старая ее травма с коленом, которая периодически давала о себе знать. После курса биолурона, после двух курсов, она пропивала два курса биолурона, вот после двух курсов биолурона она уже вообще не давала о себе знать. Сам я врач, в общем-то, в прошлом, а в настоящем я как врач-профилактист. Мне очень приятно, что сейчас выходит громадное количество результатов по использованию биолурона. Мне приходилось в свое время заниматься и спортивной травматологией, поэтому я знаю, что такое артрозы, артриты, особенно у спортсменов. Не говоря уже в обыденной ситуации, когда люди ходят, даже не ходят, а просто ползают, так, в костыли, еле-еле, душа в теле. Вот. Поэтому это достаточно большущая проблема. Когда появился биолурон, мне импонировало здесь только первое. То, что его можно принимать во внутреннем виде инъекции, а в виде вот такой небольшой чашечки вкусного сладенького раствора. Почему? Потому что делать инъекции это достаточно сложно. Это поликлиника, это человек должен на это настроиться. Ну, представьте себе, обычно это, в общем-то, средний возраст, 40, за 45, и человек идет в поликлинику, залазит вовнутрь в сустав, делают инъекцию, потом проходит еще время, опять инъекция. До появления биолурона не было ни одного продукта в истории медицины, когда его можно было принимать вовнутрь, и он в исходном виде с определенными качествами необходимым поступал в сустав. Вот это мне очень понравилось, что можно принимать перост, да, через рот этот продукт, не влазя в сустав, не делая инъекции, и он не теряет своих свойств и поступает в сустав. Комфортность использования этого продукта великолепна. Взял так же, как вот вместе с супругой в прошлом году, в феврале месяце, для профилактики. У меня было два случая, не моих, а опосредованных случаев, когда одна молодая женщина, предприниматель, как загнанная лошадь, лет 25 пашет, это я буду потом сказать насчет возможностей, когда он курит, это тоже очень хороший вариант. Вот. Она каждый год делала инъекции. В суставе 2-3 инъекции, в сустав день и есть была, а вот это ее кололи там постоянно. Предложили ей сделать курс биолурона, попробовать. Она это сделала. На следующий год она, надо было через 3 месяца делать инъекции, она их не делала. Боли в суставе не было, они прошли. Это, в общем-то, очень прекрасный показатель. Она тоже очень удивлялась. Но правильно здесь сказали, что лучше будет результат, если мы осознанно подойдем, если человек осознанно к этому подойдет, начнет пить водичку, пробьет какую-то системную очистку, может быть, не коловато, у нас есть более мягкий вариант, но даже с водой же будет гораздо легче переносить и эффективнее вот этот продукт. Она чистенькая, гораздо лучше усваивается. На все категории заболеваний суставов, начиная от маленьких суставов на стопе ног и заканчивая крупными суставами, коленными, локтевыми.